Да, и я запишу. Так, тебя зовут? Таня. Татьяна, да? У тебя 7 детей. Да. Вот сегодня Рождество Христово, вот 7 ребятишек. У вас отключили газ, да? Да. Скоро рожать. У вас погорел дом, да? Да. Покажи, пожалуйста, объявление. Таня. Люди, вот в храме Татьяна сидит, мать 7 детей, бедная, у них сгорел. А 8 беременная. Вот ее отсюда выгоняют. Постоянно на холод, она вот возле батареи бедная сидит. А основное, сейчас нужно уголь, да, купить, дрова тебе. Вот. Номер телефона, да, нам оставишь? Я не помню, я расскажу. Ладно. Ну, муж есть, но он работает, мало зарабатывает, да? Этот маленький 7 месяцев, да, ребенок? Самый маленький, да. Все девчонки. И сейчас в июне рожать. Все девчонки. Мамочки. Вот, я думаю, надо помочь Татьяне. В Сорочьем Логе, да, живешь, Таня? Это у нас в Барнауле, здесь недалеко. Да. И вот мимо люди проходят, сколько людей, я не знаю, человек 50. И сколько тебе положили там? Ты целый день сидишь, да? Да, нет. 200-300 рублей. Но вот столько человек прошло на Рождество, детям могли бы побольше, да, положить. Ну, я не знаю, надо что-то сделать нам. Помочь, братья, сестры. В общем, я обращаюсь к вам. Помогите, пожалуйста, Танечке на уголь. Я сейчас запишу телефон. Дима, здравствуй. Сейчас я тебе расскажу про нашу печку. Вот она, наша печка. Вот. Сейчас я топлю эту печку твердым топливом. Вот у меня здесь все. Сделал дверку я сам, когда обрезали нам газ 3 года назад. Вот это у меня штука осталась. Тут была горелка у нас стояла. Но сейчас, как говорят, горелку не ставят, уже старый способ. Потому и заставляют поставить котел. Котел возможно поставить вот рядышком сюда, вот здесь, в уголку. Не мешай. Ну, в общем, это у нас как здесь отдельная кочегарка. Живем мы не в большом домике. Вот жена у меня. Поздоровайся. Это кухонка у нас маленькая. Тут у нас зал. Вон детишечки. И что делаешь? Ничего не видно, Дима. Поздоровайся. Здравствуйте. Ну вот так вот. Это у нас зал и спаленка. Вот. Вот болячки. Танюш, иди сюда. Папа. Ой, упала. Вот так живем, короче. Вот двухъярусная кровать. Наверное, опять плохо будет тебе видно. Иду сюда в кухню. Ну вот так, говорят, ставить котел. Что еще сказать? Пока посмотришь. Может, скажешь еще, что снять, да снять. Здравствуй, Дима. Здравствуйте все. Спасибо большое людям добрым. Подключили нам газ. Вот. Все. Горит. Живем. Живем, родная говорит. Живем. Газ подключили. Слава Богу. Счетчик крутит. Газовку, вот газ новенький вот купили. Газовочку за эти новую купили. Что, остались деньги? Мы газ новый купили, газовку. Спасибо добрым людям. Иди на улицу. Пойду заглушку покажу, что нету заглушки. Слава Богу. Это в морозы не могли подключить. Не разрешено им. Сейчас потеплело. Они приехали, подключили. Все, заглушки нету. Газ открытый. Спасибо вам большое. Дай Бог всем здоровья.